Одними из первых участников фестиваля стали воспитанники детского сада «Возрождение». После окончания войны в села возвращались бойцы, и, конечно же, их с радостью встречали. Накрывались огромные столы, все садились вместе, пели песни и танцевали. И, конечно же, рядом были дети, не по годам взрослые, степенные, но в то же время счастливые. И мы стараемся эту память передать нашим деткам, ведь подвиг советского солдата бессмертен. В чем смысл данного фестиваля? Все педагоги, все воспитанники детских садов Тамбовской области могут нам присылать видеоролики, в которых они могли бы петь, танцевать, песни-танцы, связанные с Великой Отечественной войной, с победой в ней. И, соответственно, все эти материалы нам присылаются, и мы их размещаем на Рутуб-канале «Детский сад онлайн Тамбовская область». Видеоматериал нужно подготовить до 1 июня. Его продолжительность не должна превышать 5 минут. Все участники фестиваля «О том, что было, не забудем» получат сертификаты и благодарственные письма.